Настоящий праздник в преддверии Наурыз-Мейрамы подготовили ребята из детского сада «Жулдыз» для ветеранов. В честь праздника мальчишки и девчонки с помощью своих воспитателей и преподавателей подготовили самые разнообразные творческие номера. Мы пригласили наших дорогих ветеранов, потому что это такие люди, которые нуждаются периодически в нашей заботе, в нашем уважении. И вот сегодня мы наше мероприятие посвящаем именно им. Потому что это дорогие для нас люди, и хотим поздравить их с приближающимся праздником Наурыза. К этому празднику малыши и их педагоги готовились очень серьезно и основательно. Программа была очень разнообразной. Мальчишки и девчонки исполняли для гостей и модные современные песни, и песни из народного фольклора. Продемонстрировали дети гостям и свои танцевальные способности. Танец под названием «Дискотека» не оставил равнодушным никого из присутствующих на празднике. На праздничном концерте, посвященном Наурызу, присутствовало 46 ветеранов. Члены Тимиртауского совета ветеранов с детским садом «Жулдыз» дружат уже на протяжении нескольких лет и всегда стараются принять приглашение вместе встретить тот или иной праздник. Когда видишь таких одухотворенных детей и программа подобрана, просто замечательно. Я считаю, что мы сегодня побывали как в раю. Хороший, очень хороший сегодня был праздник. Гости от прошедшего концерта остались под большим впечатлением. Знаете, мне очень понравилось. Я прям вспомнила свое детство, что тоже в садике мы вот так танцевали, пели. Мы очень рады такому празднику, что вот такие дети, такие красивые, преподнесли нам такой подарок. Рахмет көп жасасын, Алланың нұры жаусын. Алла уже беріп жатыр, осымен еліміз тиштік болсын, асманымыз ашық болсын, Алладың нұры жаусын. Замечательно, спасибо, я очень доволен, я участник войны, спасибо вам, детям, спасибо организаторам этого дела, очень доволен. Такие грандиозные концерты в детском саду «Жулдыз» не редкость. Талантливые дети под предводительством профессиональных педагогов всегда рады организовать праздничное мероприятие.